все больше узнаем, все больше слышим. От кого еще? И нам пизда блестит. Кто сказал такое? Ну, у нас же здесь есть же люди, которые ездят в гуманитарку, как, ну, девочки собирают здесь гуманитарку у нас. Ну. И туда возят к вам. И очень такая информация вышла. У нас эту недавно Агуева били. И били Сверликова. Ребят перестреляли, то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали 23-го, то ли 24-го на нас готовятся. И помимо сказали, то, что в Донецке и в Луганске стоят тоже какие-то базы огромнейшие. С этой вот нефтью или что-нибудь там вот эта приблуда есть. И сказали, если, как и стреляют, сказали, если по ним попадет, это пизда будет всей Украины и всей России нахуй. То есть чему готовиться, непонятно. Люди боятся, а уже боятся и спать ложиться. Боятся, наверное, на улицу выйти. Сказали, что дети ни в коем случае не выходили на улицу после 11, без разницы, 18 или 20 лет, чтобы никого не было с молодежью.